Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым випуску. Беларусь і Венесуэла – адносіны удзячнасці і павагі. Сёння ў Мінску адбылася сустрэча кіраўнікоў дзвюх краін. Лепшыя сярод лепшых сёння ў Гомелі ўшаноўлі работнікаў культуры. Спорт, допінг, здароўе. Спецыялісты з чатырох краін абмяркуюць актуальныя праблемы фізкультуры і спорту на канферэнцыі ў Гомелі. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Беларусь заўсёды мела пачуцці ўдзячнасці і павагі да Венесуэлы і яе народа. Аб гэтым прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў сёння на перагаворах з прэзідэнтам Венесуэлы Нікаласам Мадурам у вузкім саставе. «Я рады вітаць вас у Беларусі, у дружалюбнай для Венесуэлы краіне», – сказаў Александр Лукашэнка. «Мы заўсёды мелі пачуцці найвышэйшай ўдзячнасці і павагі да вас, да вашага народа, да вашай дзяржавы». Прэзідэнт адзначыў, што Нікалас Мадура прыбыў у Беларусь з вялікай делегацыі, а перад гэтым ён пабываў і ў іншых дзяржавах, нягледзячы на няпростую сітуацыю ў краіне. Гэта, падкрэсліў Александр Лукашэнка, сведчыць аб тым, што ў Венесуэле аднаўляецца неабходны для народа парадак. Працягваем выпуск. Тое, што дорыць радасці, дае адпачынак нашым сэрцам, без чаго нельга ўявіць сваё жыццё і лічыцца духоўным чалавекам. Усё гэта аб сферы культуры. Яе работнікі ў нядзелю адзначаць сваё прафесійнае свята. Але мерапрыемствы з гэтай нагоды распачаліся раней. На адным з іх сёння пабывалі нашы карэспандэнты. Інструментальная трыа лірыца – адна з візітных картак культурнай Гомельшыны. Сёлета споўніцца ўжо 20 гадоў, як калектыў пакарае і натхняе сваёй віртуознай ігрой публіку не толькі Беларусі, але і амаль што ўсю Еўропы. Недаўна трыа вернулася з Казахстана, дзе атрымала першую прэмію і дыплом за лепшае выкананне казахскай народнай музыкі. А ганаровая грамата Савета міністраў, якую сёння атрымаў калектыў, стала чарговым доказам глыбокага прызнання таленту і працавітасці лірыцы. Наперадзе новыя цікавыя планы, напрыклад, выступіць у якасці квартета с вокальной партией. Мы уже работаем сейчас с очень известной певицей из Москвы, Славяной. И у нас будет скоро большой концерт в Гомеле. И она будет участвовать в этом концерте. Мы готовим программу и покажем вот наше творчество уже с вокалистом. Каб культурная скарбонка Гомельшыны папаўнялася такімі каштоўнымі калектывамі, важна своечасова разгледзець зерне таленту, а потым па справедлівасці ганарыцца іх поспехамі. Напрыклад, навучэнцы каледжа мастацтву імя Сакалоўскага безупынна становяцца пераможцамі беларускіх і міжнародных конкурсаў і фестываляў. І ў гэтым вялікая заслуга тонка арганізаванай беларускай сістэмы атрымання музычнай адукацыі. Когда встречаешься с людьми из России, например, они говорят: вы знаете, такие замечательные были участники конкурса. И оказывается, что это были наши дети. Гордость просто неимоверная за наше подрастающее поколение, за нашу страну. И понятное дело, что только духовный человек может быть счастлив. Вот до конца счастлив, в полной мере. Не толькі асобныя выканаўцы і калектывы, але і грандыёзныя культурныя святы. Гэта духоўны аблічча Гомельшыны. Такі, як сурскі карагод, кліш палеся, музыка надзеі. Акрамя таго, сёлета, дзякуючы свайму неацэннаму ўкладу ў культуру, рэгіёны і краіны, Гомельская абласная універсальная бібліятэка імя Леніна і Жлобінскі дзяржаўны гісторыка-краязнаўчы музей занесены на абласную дошку гонару, а Гомельскі дзяржаўны цырк – на рэспубліканскую. Да таго ж, у гэтым годзе ў Гомелі пачалі праводзіць культурныя мерапрыемствы абсалютна новага фармату. И в следующем году продолжит практику проведения гастрофестивалей, которые в этом году, так скажем, во всех средствах массовой информации были освещены со словом «впервые». Будем надеяться, что такое мероприятие будет проводиться на регулярной основе. Это из тех, которые нетрадиционно проводятся. Самыя выдатныя работнікі культуры з усёй вобласці, усяго каля 35 чалавек, атрымалі ўзнагароды, цёплыя словы і віншаванні. І такую рэдкую магчымасць – быць не за кулісамі, а стаць галоўнымі героямі свята. Марына Джалая, Вольга Канавалова, Ігар Марышынка, Тэлерадыёкампанія «Гомель».
Специалисты из Беларуси, России, Украины и Прибалтики сегодня у Гомеля обмерковывают проблемы физической культуры населения экологично несприяльных территорий. Международная науково-практичная конференция проходит у ГДУ имя Франциска Скорины. А кроме науковцев, сярод удельников, спортсмены, тренеры, инструкторы, урачи-валиологи, усяго больше за 300 специалистов. Физическую культуру и спорт яны разглядают с разных боков – нормативно-правового, медицинского, кадрового, туристичного. Новые законы, допинговые проблемы, уздение на физический стан негативных факторов, оздоровленшие технологии. Разглядаются самые актуальные темы галины и головное, что сярод присутных завсёды есть практики, якія пасля увасабляют у жыццё выпрацаваны на конференции методы вырашения проблем. Обычно обмен мнениями ученых и практиков приводит к тому, что мы ищем пути решения назревших проблем. И действительно, мы в рамках конференции, работы секции, заседания круглого стола, мы совместно находим ответы на очень многие вопросы, которые волнуют сегодня не только представители нашей отрасли физической культуры и спорта, но и других организаций. Конференция нужна была после Чернобыля обязательно, потому что многие районы и Беларуси, и России пострадали. Но оказалось, что и здесь можно тренироваться и стать олимпийским чемпионом и в сборную команду Беларуси войти. Программа конференции различена на 2 дни. За этот час планируется провести шерох телемостов с замежными экспертами и круглые столы. По выниках работы будет выдаден сборник науковых артикулов. Посвящение у профессию для молодых специалистов упершиню провели у Гомельской областной клиничной больницы. Организатором урочистой церемонии выступил правкам медустановы. Удельниками сустречи стали урочи и медсестры, которые прибыли в областную больницу по размеркованию. Все лето это 42 молодые специалисты. 4 из них урочи, остальные средние медицинские работники. Яны довідались про историю медустановы и смогли задать керавництву больницы пытание. Все областная клиничная больница представляет собой буйный шматпрофильный центр, который оказывает плановую и экстренную специализованную допомогу населенству региона. За год тут обслуговывают около 170 тысяч человек амбулаторно, еще около 40 тысяч шпитализуют и оказывают стационарную допомогу. Штогод медики выполняют около 20 тысяч операций. Молодым специалистам отпочивать не придется, а тому, как адаптационный период на первом працовном месте проходил худшей, до кожных опрымацавали досвечаных коллег. Все лето с этой метой у Гомельской областной клиничной больницы организовали совет наставников. Создали совет наставников, будем регулярно собираться, обсуждать на этом совете возникающие вопросы, если они есть, и те механизмы, которые можно включить, чтобы людям действительно адаптироваться в специальности. Потому что на сегодняшний день меры ответственности медицинских работников и те требования, которые предлагаются медицинским работникам, они достаточно основательные, справедливые, и требования общества должно получать адекватный ответ от медицинских работников в сбережении своего здоровья. Как поведомили у профсоюза работников аховы здоровья, все лето у регионе до працы приступили 379 молодых урачов и 589 медсестер. До інших тем. 30-годовая мазыранка обокрала не меньше за 10 одиноких пенсионеров. Теперь она находится у изоляторе часового утримания. Следшие шукают потерпелых. Старейшему из потерпелых глубоко за 70, а самому молодому – крыху за 50. Мужчины золотого узросту с задовольнением запрошали женщину до себе у гости. Правда, не на чай, а на спиртное. Подчас беседы, коли господар страчивал увагу, гостя крала гроши. Некоторые потерпелые трапляли на ее вуду не одной чем. Мазыранка ранее уже судимая за махлярство, на этот раз будет отказывать по артикуле «крадеж». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении жительницы города Мозыря 1987 года рождения, которая на протяжении 2 последних лет совершила ряд хищений денежных средств у жителей города Мозыря. Просьба пострадавших обратиться в Мозырский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.
Творчая группа программы «Добрый вечер, Гомель» сегодня пропонует разглядеть такое питание, как осеньская депрессия. У студию прямого эфира завитают представники туристических компаний и специалисты медицинских центров. Каждый из них пропонует свой вариант борьбы с отмовным осеньским настроем. Корыстные парады даст психолог. Не обойдется и без соправдных цудов, которые продемонстрирует иллюзионист. Чекаем вас для экранов сегодня у 20:40 на Беларусь 4 Гомель. Гэты і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.